4 декабря все дети России пишут письмо Деду Морозу. Самым маленьким письмо пишут их родители или бабушка с дедушкой со слов самих малышей. А вот когда я был маленький, письма мои были только с просьбами об различных игрушках. Еще я очень хотел увидеть океан и поплавать в нем. Дед Мороз каждый год исполнял все мои желания. Но когда мне исполнилось 7 лет, и я пошел в школу, где научился читать и писать, письмо я написал сам. Мне было жаль тратить большинство Деда Мороза на обычные подарки, игрушки, игры, телефон, обычные гаджеты. Мне и так могут подарить родители или близкие на день рождения или другие праздники. И я загадал, чтобы мои родители всегда были вместе, живы и здоровы. А бабушка и дедушка никогда не болели. Я и на следующий год загадаю что-то полезное и значимое для меня. Если бы я был Дедом Морозом, то самыми важными для меня подарками были бы не те подарки, которые можно купить за деньги, а просьбы о здоровье детей и их близких. Чтобы в мире никогда не было войны, а все дети из детских домов наконец нашли своих мам и пап. И еще я бы исполнил желание, чтобы в мире изобрели лекарства от всех болезней. Самое главное в Новый год – не с чем встретить праздник, а с кем. Еще я очень хочу вам рассказать свой стих про Деда Мороза на своем родном чувашском языке. Хель муджи худа шинже, педер ялки. Хель муджи худа шинже, кижерпур мулгач вали. Моерпур пакша вали, пыл да буруба вали. Хель муджи худа шинже, премек пур петюк вали, шоколад сашук вали, панулми линук вали.